Коллекция каменных реликвий, раскопанных на прилегающей территории в ходе градостроительных работ. Вот эти вот три мраморные статуи предположительно являются божественными стражами бодхисаттвами, воздвигнутыми для охраны каменной пагоды храма Вангакса. Камни, похожие на живую изгородь с выгравированным рисунком лотоса, предположительно использовали для окружения каменной пагоды. Каменная пагода там под стеклом находится.